Витаю, запрошиваю, горишка, представляю. Делаю экскурсии. Классные девчата. Девчата. Хорошенькие, все хорошие. Попробуй, выбери одну. Ты что, а магазин? Одно не выбрать. Всех выбираю. Много всего, насыщенный день. Установка памятника 16-22. Сейчас 28 серпня. Нафига они эти делают наколки? Кому это надо? Еще и бабки за это платят. Сейчас в Ледовый оставляем сумку и на Пятничаны. Уже работники сделали. И хоккей сегодня, финал летнего кубка. Много всего. И утром уже был, с 7 утра на ногах. В общем, день важный. Памятник надо, это... Миссия нас с братом с Игорем. Этот день настал. 2 месяца. Говорили месяц, тянули еще. Блин. В общем, посмотрим, проверим. Везу бабки одним словом. 21 300 с лавочкой. Лавочка 2000 поставить. Цементировать. Тоже надо. Думаешь, ладно, там лавочка. Так. Здесь зеленый. Много велосипедистов развелось. И красавец классный. Одиноких, возможно. Ой, что-то я так переживаю. Примерный велосипедист, видите, какой. Пешком все правильно. Ой, газоны постригли. Просто девчоночка красавица бежит. Тут, кстати, хорошая аллейка для кроссов, для бега. Надо все быстро. 16:26. Давай. Полчаса в пути. Меньше слов, больше дел. Коль привезли лавочку, да, пусть уже ставят. Лавочка надо. Жара такая еще. Уже неделю, а может и больше. Без дождей. Но ветерок появляется, горячий. Сильно раньше. Так, наверное, тут свернем. Тут быстрее будет. Так, легкая атлетика, Петр Яковлевич. Где вы? Процесс идет постоянно. Переодевалки, сегодня какой-то здесь турнир. Хоккей на траве.
проходит. Так, тут надо нам сейчас быстро оставить вещи, рюкзак на трансляцию вечернюю. И дальше держим путь на Пятничаны. Стадиону привет. Ой, там уже раньше ждут, но что ж ты поделаешь, надо подождать. Привет. Я на одну секунду велик. Патриотик. О, бабки торчат как. Орешка приветствует. Так, сейчас я посмотрю. Телефон. Это. Чай. Тут все, куча всего. Видите как? Орешка работает. Привет, зачет. Привет. Приветствую. Добрый день, ребята. Здравствуйте. Рад вас видеть. Приятного. Я сумочку на вечер. Сегодня игра. Еду на кладбище. Где да. Можно поставить? Вот здесь? Да. Там телефон важно. Ну и тут у вас фирма. Благодарю. Всего хорошего. На пару часиков. Все, отлично. А то спина мокрая, рюкзак мокрый. Сейчас со спиной поедем. Влажно. Главное рассчитаться бабки. Сейчас я посмотрю еще. Что там, телефон или не смотреть уже. Может, звонили, что-то надо другое еще. Ну, ладно, сейчас быстро. Звонков не было, 16:30. Ну, полчаса доехал сюда, дома, сюда еще, наверное. Так. Еще как-то проверить же работу надо. Молодцы, ребята. Полегче нам. Сумка на полкило с чайником, с самоваром, хотел сказать, термосом забыл. Так, а тут переход, как мне пройти? Мне сразу, ладно, поеду на перекресток. О, вроде машин нет. Ладно. Привет. Я сюда рано приеду, прям. Сейчас 4:30, а игра на 9. Где-то надо покататься. На коньках надо кататься. Вот тут стоянка офисийная есть, городская, скоштовная. Кто обожаю. Вот ласка. Там переходы без светофоров не регулированы, поэтому лучше спокойно перейти. О, и как раз зеленый. Давай. Как раз хорошо.
Душенька, как я не жарко в черном платье. И плюс 30 еще. Саня попался в кадр. Это очка, шел, он его не узнал. Ювелир. Вот тут неудобно тоже. Скорость набирает, а вот пешеходный переход. Туда пройти далековато, согласен.